В живописном селе Петропавловка Муромцевского района 10 февраля определились победители праздника Севера 2013 года по биатлону. В соревнованиях приняли участие 10 сборных команд муниципальных районов Омской области. В программе состязаний в этом году были спринт у мужчин на 12,5 километров с 4 огневыми рубежами и у женщин на 10 километров с 2, а также индивидуальные и эстафетные гонки. Традиционно на лыжне праздника можно встретить известных омских атлетов. Денис Рычков сразу и не припомнит, какой по счету для него старт на областном празднике. Говорит, старается поддержать свой район каждый год, начиная с 1987-го. Встреча со старыми друзьями, с которыми учились, много соревновались, соперники мои, друзья. Поэтому общение, вот для чего, наверное. Ну и дух праздника просто интересно, захватывает. Неоднократный призер чемпионатов страны Мария Демидова, жизнерадостная спортсменка из Муромцева, не так давно завершила профессиональную карьеру. Но отказываться от старта на празднике Севера даже не думала. Ее победа в спринте, индивидуальной гонке и эстафете – весомый вклад в копилку сборной команды района. В этом году это мой первый старт, потому что как бы с официальной карьерой у меня покончено, то есть со всеми официальными соревнованиями. Но я не могу не поддержать свой район. Мне приятно всегда бегать на родной земле. Это мой родной стадион, я его очень люблю и всегда приезжаю с удовольствием. Биатлон развивается. И я думаю, что будет развиваться. Потому что сейчас районы находят финансовые средства для того, чтобы начать заниматься биатлоном. Это, например, представители Одесского района. Одесский район у нас уже давно не участвовал в таких мероприятиях. Сейчас они изыскали средства и выставили команду сюда. Это очень приятно. И я думаю, что следующий год будет еще на 3-4 района будет больше в этих соревнованиях принимать участие. В командном зачете праздника Севера первое место завоевали атлеты Муромцевского района. Второе место заняла команда Азовского, третье – Павлоградского района. Напомним, основные финалы 43-го областного спортивно-культурного праздника Севера пройдут с 28 февраля по 3 марта в селе Колосовка.